the truth. Привет всем любителям карты, это карточное сражение. Сегодня у нас еще одна пара. Александр Кибадзе против Релейта. Я надеюсь, я все правильно прочитал, все правильно сказал. Сейчас я включу их видео и сделаю небольшую аналитику. Ну и, конечно же, скажу, кто выиграл в этой паре. Привет. Это видео посвящено Нероянгу для отбора. Контроль карты наверх колоды. У меня есть самая обычная колода карт. Допустим, здесь несколько гомин. Стоп, допустим, и здесь. И, допустим, зритель выбрал девятку черви. В принципе, так, начнем с Кибадзе. Опять же, извиняюсь, если неправильно назвал. Здесь у нас показан очень такой, вроде как, простенький контроль, но сделан он очень-очень классно. Небольшая заминочка, когда выбирается карта, но выглядит все прям очень четко, плавно, красиво и хорошо. Немного есть лишние движения, но, в принципе, не портит впечатление от самого контроля. Мне нравится. В принципе, тут больше сказать особо нечего. Как такового монтажа здесь нет. Просто вертикальное видео, которое я улучшил блюром. Но неважно. Мне нравится. Так, релей. Здесь у нас... Так, секунду. Здесь у нас контроль, который я объяснял в одном из своих видео. Я помню. Так. Ага. Ну, в принципе, выполнено неплохо. Есть один флеш небольшой при поднятии стопки. То есть, чтобы сделать иллюзию, что это пол колоды. Немножко ты не успел, дружище, это сделать. Видно было. Ну и возня с двойным подъемом видна. По монтажу, ну тут равные условия, даже несмотря на то, что у него вертикальное видео, тоже, ну, ничего особенного нет. И у него более такая четкая картинка, приятнее немного смотреть. Вот, по оригинальности, ну тут по 0 баллов, я думаю, очевидно. По монтажу тоже по нулю, по технике выигрывает первый участник. Так что я думаю, Кибадзе выиграл, я его поздравляю с этим. Ребята... Немного еще хочу поговорить о ваших заявках. Пожалуйста, не делайте громкую музыку в заявках. Я вас очень-очень прошу. Но это очень больно и кошмарно. И, пожалуйста, смотрите на то, что вы снимаете, а не сразу при съемке отправляйте. И всем спасибо за внимание. С вами был Неро. Всем удачи, всем пока.